ну нахер, ой, зачем вам дюны, простите, пожалуйста, вот забор. Здравствуйте, дорогие друзья, вот так вот выглядит типично отдыхающий в куртках, хорошо, хоть не в шапках, в ушанках, открывается все больше торговых площадей на GMT. Мы слышим уже какие-то даже музыки, звуки играющие. Очень красиво цветет это растение, постоянно забываю, как оно называется. Аромат у него просто божественный. Самолеты, к сожалению, на GMT гудят, но не те, которые возят к нам туристов. В общем, я вас приветствую. Сегодня на календаре у нас 18.05.2022 год. Тут у нас Элис пещера тоже готовится к открытию. В общем, даже отдыхающие появляются. Это великолепное событие, которое у нас здесь происходит. Меня зовут Юрий Азаровский, дорогие мои. Не забывайте подписаться во всех соцсетях. Мы присутствуем и будем рады вас видеть. Так, ну а теперь давайте о месте, где мы находимся. Это GMT. Мы сегодня идем на первый проезд. К этому времени обещали его закончить. Выход на море. Посмотрим, как там есть. Температура воздуха плюс 19, у нас дуют ветра, и на ближайшее время они тоже будут продолжать дуть. Сегодня обещали еще дождь, у нас пока его нет, будем надеяться, что не пойдет, но это не точно. Пипец погода, короче, это сквер. Теперь действительно с деревьями, деревья даже клены выпускают первые листочки, как это радостно смотрится. Живенько стало, много людей, не знаю, все ли отдыхающие из них или нет, но и машин побольше. Пятерочка работает, фонарь работает, магнит работает, аптек здесь прям вообще куча. Тандерхаус справа, с левой стороны там фрегат, причал, кафе тоже работает. С правой стороны мы видим, что готовится кафе, бистро, как третье, с левой стороны уже практически все точки, даже парикмахерская открылась. Так-то, в принципе, ну, в тех местах, где не идет строительство, перед, так сказать, форматирование, сноса, заново возведения, довольно-таки чисто, да. И здесь мы видим, даже открываются первые торговые ряды на первом проезде. На днях у меня выходил видеосюжет про обзор вообще GMT, именно гостевого дома Ева. И у многих прям такие вопросы: что такая погода? Нет, ребята, это был именно обзор гостевого дома. Он так и на... Пожалуйста, косички плетем, одежду теплую пока продаем. Так что для вас здесь уже все, что надо, имеется. Гостиница, я думаю, что многие готовы уже принять, а какие-то уже и принимают туристов, потому что ждут и надеются. Вот даже сейчас, представляете, сегодня у нас на календаре 18 мая, столовая сдается в аренду. Вот такого вообще прям найти очень тяжело. Если надо, приближайте ближе, смотрите, звоните. Но для меня это удивительно. Обычно в это время столовые уже запущены, они сдаются в аренду. Это для тех, кто говорит, что все будет хорошо, все будет великолепно. Ну, как бы непременно. Мы позитив и мы оптимисты. По-другому в нашей жизни не должно даже происходить. Пожалуйста, продуктовый магазин работает, ребятам. Спасибо, они переложили в этом году плиточку возле своего дома владения. И здесь стало хотя бы чуть-чуть посимпатичная. С правой, с левой стороны у нас уходит улица Песчаная. Здесь, как видите, вообще никаких телодвижений не видно особо. Ну, тоже мусор не валяется, да и ладно. Гостевой дом Ева, вот он с левой стороны. Здесь столовая Б-52, пока не работает она. А с этой стороны мы можем видеть, что залили бетончик какой и отформатировали его. Так что тоже чуть-чуть привели в надлежащий вид территории, по которой будете на море идти. Улица Виноградная на первом проезде. Смотрим, тоже есть у нас зелень, есть машинки. Значит, наверное, есть какая-то жизнь, ни одного ролета не открыто. Вот это да. Здесь мы слышим, еще идут ремонтные работы. Видим, что там даже люди что-то делают. Тоже хотят успеть запуститься, хотя бы как-то в сезон поработать. Ну, желаем всем удачи, хорошего сезона. Но нас, конечно, больше всего интересует картинка, которая будет впереди. Потому что к этим дням нам обещали там уже все завершить. И должен быть проход к морю готов. И люди должны спокойно здесь проходить. Фея 1, пожалуйста. Даже какие-то звуки оттуда доносятся. Одежда из Индии с левой стороны у нас. Тоже открыли ролет. Гостевой дом. Астон отель, надо правильно называть.
Ну, больше пока ничего. Тут музычка, музычка. Летний сезон близко, близко. Ну, а это у нас тупик юбилейный. Обратите внимание, никого там нету. О, люди с моря идут. Прям хорошо. Еще столовая не работает. Юбилейная столовая, тишина, кубанская кухня, полянка, тишина. Да ладно. Вот это ответ пятерочки, слушай. Интересно, это пятерка или просто под нее закос? Новая столовая. О, хорошие новости, готовятся к открытию. Ну, прям интересно. Слушайте, ну не успели еще, но стараются и стремятся к этому по реконструкции прохода. Как минимум, это уже хорошо и позитивно. Такие изменения, друзья мои. То есть, я думал, бетон заливают. Нет, деревом закрывают. Получается, лестнички, ступенечки. И видим, что потихонечку проход приводят в порядок. С левой стороны еще ничего не делали. С этих сторон уже работа ведется по полной. Пошли дальше смотреть. Здесь появляется что-то типа каких-то торговых площадей. Бар сверху. Открыли, получается, досками слева, справа. То есть здесь у нас, как и говорили, остается вот такой вот проход. Скорее всего, что не появится никаких труб. А вот именно в таком формате все останется. Септиков мы тоже по поводу очистки, если что, там говорится, подтопление, по поводу отведения, походу, тоже не увидим. И мы выходим на пляж GMT. Забор, я чуть не смотрелся. Отвечаю, это прям надо видеть, ребят. Я такой пришел, думаю, вот это да. Вот это прям вообще красота. Смотрите, ребята, что здесь происходит. Прям одна фантастика с разных сторон. Здесь уже делают навесы прям в море. В общем, все как всегда. Просто радостный момент в жизни. Ну, я честно, вот что ожидал, но что мы придем на пляж и появится вот такой вот забор, я этого, честно, не ожидал. Новшество Анапа 2020. Берега, которые здесь отсыпали песок, размывает. Море доходит прям до вот этих вот навесов, арариев, в котором будут стоять шезлонги. В общем, шезлонги, походу, в этом году будут стоять прямо в море. По крайней мере, у меня такое ощущение. Других эмоций пока нет. Попробуем, конечно, пролететь сейчас слева-вправо, посмотреть на это все сверху. Нет.
Я не знаю, как прокомментировать все то, что здесь мы с вами сегодня увидели. Это навесы в море. Там даже если море чуть-чуть отойдет, 20 метров для свободного размещения, в принципе, людей нету. Забор, который поставили на пляже, это прям вообще без комментариев, стол с головы. Там машины ездят, катаются, там нивы стоят просто. Ну, так удобнее, ближе подъехать с этой стороны. Короче, я не знаю, как это комментировать. Давайте будем думать, что это все для вас, для того, чтобы вам было очень хорошо и комфортно отдыхать у нас. Ну, нахер, ой, зачем вам дюны, простите, пожалуйста. Вот, забор. Я отвечаю, я просто, блин, бомбит от этого вида. Так, ладно, чтобы я не привносил негатив в ваши, так сказать, дома. Погода и так дрянь. 16,7 температура моря, 17,5 температура воздуха. В общем, ну, тут вас очень ждут. Особенно те, кто любит заборы поближе к морю, то это прям ваше все. Хотя бы еще баннер пускай повесят, что типа этот, как это правильно назвать? Короче, пальмы, дюны нарисуют, пластиковые цветы поставят. Приезжайте к нам на отдых. Ребят, я честно прокатился по Черноморскому побережью, увидел очень много красивых мест, прям очень много, честно. И сказать, что, ребят, вот приезжайте, это офигенно, классно, красиво. Ну, честно, вот гостевой проезд там хотя бы пошире. Первый проезд, по-моему, это все. Это прям очень печально. Прям грустненько. Особенно торчащие вот эти вот сваи из моря меня конкретно вообще добили. Ладно, ребятки, не будем грустить, будем радоваться. Надеюсь, что обзор был полезен, интересен. С вами был Юрий Азаровский. Ну, моя душа не принимает. Честно, мне лично не нравится. Может быть, для кого-то это прям хорошо. Нарушение всех федеральных законов, возможных у нас в стране. Появление строений, заборов на пляжах, машины, установка в 20 метрах от моря вот этих вот всех зон. Точнее, не в 20, а без 20 метров от моря. Возможно, кому-то это все понравится. Мне не нравится. Я не буду возмущаться. Здесь целый поселок людей, которые живут, которые будут предлагать своим отдыхающих, своих гостиницах или кушающих своих столовых ходить на этот пляж и радоваться жизни. Занимайтесь. Вот вам прям вот есть все для того, чтобы прийти и заниматься. Ну, либо объяснением людям, что это прям очень круто, либо тем, кто это делает, что это очень плохо. Давайте немножко моря. Всем пока.